Поздравляю всех с новым учебным годом! Я бы хотел сказать несколько слов, прежде чем мы все приступим к нашему великолепному пиршеству. Во-первых, я рад приветствовать профессора Люпина, вашего нового преподавателя защиты от темных искусств. Удачи, профессор! Вот почему он давал тебе шоколадку, Гарри. Поттер! Поттер! Говорят, ты раскис. Без сознания упал. Как известно, отстань, Малфой! Откуда он знает? Забудь. Наш преподаватель по уходу за магическими существами решил уйти в отставку, чтобы проводить больше времени со своими оставшимися конечностями. К счастью, могу сообщить вам, что эту должность займет никто иной, как наш Рубиус Хагрид. А теперь неприятное известие. По распоряжению Министерства магии, Хогвартс некоторое время будут охранять дементоры Азкабан. Меня это требование совершенно не порадует. Они ищут Сириуса Блэка. Дементоры будут стоять у всех входов в школу. Хотя меня заверили, что их присутствие никак не отразится на нашей жизни, запомните. Дементоры притягивают ваши тайные страхи. Их не проведешь фокусами или хитростью. Поэтому я прошу каждого из наших учеников ни в коем случае не злить их. Они не ведают пощады, не умеют прощать. Но знаете, счастье можно найти даже в темные времена. Если не забывать обращаться к свету.